Более 40 предпринимателей представили свою продукцию на форуме «Бизнес Рестарт 2023». Мероприятие прошло в Химках уже в третий раз. В рамках форума состоялись панельные дискуссии. Обсудили актуальные меры поддержки бизнеса и современные тенденции. Первый заместитель главы городского округа Родион Левочка отметил стабильный рост предпринимательской активности в Химках. Ни пандемия, ни какие другие внешнеполитические события не смогли изменить уверенного тренда. Каждый год создаются новые рабочие места, приходят новые инвесторы, открываются новые производства. И даже за 9 месяцев, только за 9 месяцев этого года, порядка 5000 рабочих мест новых созданы в городском округе. Цель форума – развитие малого и среднего бизнеса, а также открытый диалог с местными органами власти. Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрей Центеров рассказал, что в новых условиях есть все возможности для развития. Очень интересно, очень нужно. Тем более сейчас, именно видите, у нас после того, как многие наши дружественные страны отказались, да, нам поставляют, да, открылось очень много ниш для работы. Именно, да, и бизнес сначала был в шоке, а сейчас интенсивно развивается. На выставке химкинских предпринимателей можно было найти буквально все. От высокотехнологичной продукции до продуктов питания. Наталья Евкина производит необычные наборы для выпечки дома, которые выглядят оригинально и аппетитно. Я сама мама двоих детей, и мои дети часто мучают меня с тем, что нужно что-то быстро испечь. И для того, чтобы моя кухня была чистая, а выпечка вкусная, мы собрали полный сбалансированный состав ингредиентов для выпекания нескольких видов. Например, это у нас овсяное печенье с ММДМСом. Здесь малиновый пирог с миндалем. Помимо сладостей на выставке представлены снеки, закуски и вкуснейшие сыры. Представлены сыры. Производим у нас здесь в Химках. Молоко натуральное приводится из Подмосковья, с фермы. Тут представлена позиция адыгейский, сулугуни, халуми для жарки, итальянская линейка сыров, буррата, моцарелла, стречтелла. В рамках форума «Бизнес Рестарт» обменивались контактами, фотографировались в мобильной студии, пробовали химкинскую продукцию. Мимо стенда Елены Запрягаевой было сложно пройти. Дело в необычных цветах. На первый взгляд может показаться, что это настоящие цветы. Но на самом деле это сладкий десерт, а именно зефир. Елена, расскажите, что это за изделия и как вам удается делать их настолько похожими на настоящие цветы? Да, мои цветы действительно похожи на реалистичные. Я к этому пришла большим трудом. Этот весь зефир сделан из натуральных продуктов на основе фруктово-ягодного пюре. В Химках все бизнесмены имеют возможность получить необходимые услуги для начала и развития предпринимательской деятельности, подать заявки на получение мер поддержки. Меры поддержки, которые оказываются разными уровнями власти, они действительно необходимы для развития бизнеса, для развития импортозамещения. В рамках деятельности нашего местного отделения партии «Единая Россия» активно набирает обороты проект «Выбирай свое». Ранее городской округ стал абсолютным лидером среди муниципалитетов Московской области по двум ключевым показателям развития бизнеса – количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и по темпу их роста. Я считаю, что вот такого рода мероприятия, они благотворно влияют на малый бизнес, на средний бизнес, а также и поддерживают крупный бизнес. И вот это вот взаимодействие предпринимателей, оно постоянно усиливается. Форум «Бизнес Рестарт 2023» – это не только деловая программа. Для гостей мероприятия выступил певец, участник шоу «Голос», победитель различных международных конкурсов Макс Лидов. Мне кажется, это замечательно, когда объединяют предприниматели, когда есть возможность показать себя, проявить себя, показать свою продукцию и найти контакт с местными властями. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.